Сегодня, 22 мая, в 16:00, должно было состояться заседание по обвинению Соловьева Александра Владимировича в совершении двух преступлений, а именно преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205 и частью 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Однако это заседание было отложено на 3 июня 2015 года в связи с тем, что отсутствует один из судей. Вот. Ну, благо, как бы все остальные участники процесса явились, явился прокурор, который сейчас проходит сзади меня в здание судебного, в здание Червонозаводского районного суда, который поддерживает обвинение. Это прокурор Юревич, прокуратура Червонозаводского района. Заседание отложилось, ну, как я уже сказал, в связи с тем, что одного из судей нет. Возможно, мы одной из причин, по которой заседание отложилось, это та, что мы сегодня сдали в суд ходатайство об трансляции этого процесса для того, чтобы общественность могла увидеть весь судебный процесс во всей его красе и те нарушения, на которые мы просим обратить суд внимание, которые допускает сторона обвинения, то бишь прокуратура, в поддержании государственного обвинения в отношении Соловьева Александра.